Так, у нас тут наемник, no name. Кто хочет на наемнике быть? Привет, Гагигак. Итак, отряд. Муви, Панкермен, Водярыч и Марк Ветров. На пролудку бухты. Гадкие рыбоподобные твари не выносят сияние оберегов. Очистим же это место от зла. Как тебе русская озвучка? Хорошая. Минное облегчение. Блять, какой уворотливый, ёбнеш. Хоба! Избавление. Бля, удар с первой позиции в 4, это жестко, конечно. Да еще какой там, ебать. Крит-рейт высокий очень. Когда гибнет недруг, и меткость. Зажигается надежда. Сложность предпоследняя. Я не хотел играть с ограничением на дни смерти. Не хочется потеть жестко прям. Это так игра непростая. Секретка плюс-минус в жопе. Это не очень хорошо. Знаете, почему это не очень хорошо? Потому что я все еще не встретил квестовых алтарей. Мне надо вот эти штуки тратить, чтобы они слоты не занимали. Я все еще ничего подобного не нашел. Сколько у нас еды? 12-12. Довольно много. Довольно много хавчика. Можно сыграть так, чтобы можно было бэкнуть и полутать все. Ну вот, как бы да, должно на все еды хватить. Окей, посмотрим. Да че вы с эпиков тыкаете, суки? Нежданная, неумолимая. Брух! Just hit the target. Сука, ладно, блядь. Их строй рассыпался. Finally. В честь кого назвал первого перса в ДДМ? В честь тебя. А ты не знал, что? Вот, в честь тебя назвали. Давай отравим просто лягушку. Или кто это, блядь? Сука, ладно. Ну не лягушка, а кто? Улитка. Вот. Сова. Это сова, я тебе клянусь. Тоже постоишь. Постоишь в станчике, почилишь. Пойдет, пойдет. Почему перестали заливать реплей на YouTube? Потому что на YouTube авторские правила по авторским правам жестко ректят вообще. Сейчас будет страшно, но вы не пугайтесь, я с вами. Лопата еще пригодится, вот шлем хочется забрать. И факелы еще пригодятся, там пиздолка будет. Танки, танки обязательно будут. Без танков мы никуда вообще. Куда танки, туда и я. Дарк стоит сюжет, конечно. Две еды на прочек хавки все равно не хватит. Отличная защита чела, который умрет, блядь, на следующий ход. Так умрет. Антиквар куда нашли? Сюда преимущество. Сейчас приду, чат. Мультиплеер не пробовал и не хочу. Нахуя в этой игре мультиплеер просто? Курлык принес себе два сырочка лазированных и чаечек. Привет, чаток, приветик. Это на телефон игра. Чел, ты в эту игру зайдешь, тебя отпинают, отхуячат, отхуесосят, еще и нахуй пошлют, и игра закроется. Тебе лучше не базарить, заранее тебе говорю. Ой, бать, как хорошо. Бля, надо сразу было оденец с Даркеста начинать. Игра заиграла новыми красками, с озвучкой. Да. Озвучка очень качественная и соответствует, так сказать, оригиналу. Оккультист с клятвой Гиппократа, нихуя себе. Но давайте использовать математику, да? То есть, если к нулю добавить 20%, то это сколько будет? Ноль все еще, да? Меня устраивает. Давайте залокаем сразу клятву Гиппократа. Это один из лучших, вообще-то лучший перк на хил, который может прокнуть. Шут. Ну, тут такой себе шут. Шут, который боится заповедника. Камон, шуту как раз в заповедник и надо ходить, чтобы разлудку устраивать. Долго еще ДД будет? До конца стрима. А к чему вопрос? К чему вопрос, не совсем понял. Так, давайте Эрзакеза перевоплотим. Поникшие плечи, дикий взгляд и шаткая походка. От таких уже нет толку. То хилом хочет быть? Чат?
Я, кстати, тоже дебил. Буду иметь в виду Warhammer. Мескузи. Пофиксили, блядь. Видите, этот квест. В старой версии было написано задействовать оберегс. Ну, типа, в конце S английская была. Пофиксили, блядь, ты прикинь. Привет, Женек, меня тут вчера уволили. Где можно работать без образования? Мне 18. Все зависит от твоих скиллов. Я не могу вести тебя за ручку и говорить, что тебе делать. Это только ты можешь, понимаешь? Только ты знаешь, на что ты способен. Let's go. Снова в бухту. Гадкие рыбоподобные твари. Плюс 15 урона, 33 очков решимости. Команда Марк Ветров, Водярыч, Мискузи и Муви. Let's fucking go. Time to use лопац. Богатство. Бля, ну у меня все слоты заняты. Ну давай за писюльку вот так вот выкинем. На камень здоровья, в целом похуй на него. Заходим, заходим. Что думаешь про квир, который дается ты взамен на то, что не надеваешь тринки? Ну вот такое. В этой игре есть очень мощные тринки, которые не стоит игнорировать. Один, 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 один. Победа. Погиб. 20. Не крит, просто 20. Залог безопасности. Сейчас что-то вообще слабенько ударил. Туда и дорога. Че, может, уже привальчик заебенить? Так, вот так понажимаем. Привет, я на меня говорил, что игра танки, клана, манипулятивных механик, прямой запрос Google ничего не выдал. Где речь про это почитать можно? Патент кислого. Очень легко гуглится. У чудовищного размера нет внутренней ценности. Если только чрезмерное кровопускание не считать таковым. Спасибо. Абсолютно не за что. Приятного дня тебе. Какое же говно, а не озвучка. Продолжай наступать. А почему говно? Можно, ну, критику? Что-то лопац уже закончились, хотя я домой. Полстак брал. Надо помазаться травушками. Наконец-то высвобождение инвентаря. Блять, ловушка же, ёб твою мать. Древние ловушки поджидают. Сведенные и жаждущие крови. Кристалл пера. 2 скорости, 8 уклонения. Ну вообще неплохо, кстати, неплохо. Тут вот в чем проблема. Что-то, сука, дропать надо. И как-то, ну, блять, оно не хочется. Слотов свободных нет. Ну давай вот так, ладно, хуй с этим отравляющим навыком, да? Так а что там, критика-то будет насчет озвучки? Где наш юный критик? Хуйня, ты бы лучше сделал. Повышенный шанс выигрыша в азартных играх. Мискузи. Калик завариваем. Мискузи, тебе нравится кальян? Твой герой в игре тебе соответствует? Еп, все, да-да. Муви можно отправить отдохнуть. У Муви как раз опытный игрок прокнул. Пойдет выиграет что-нибудь. Водярыча бы тоже куда-нибудь скинуть. Он как раз лудик ИРЛ. Как все совпадает-то, ёк ЛМН. Водярыча бы тоже пристроить куда-то, но у него дебаф, что он только игрок. Только играть будет. А все, место занято, блять. Нужно кого-то перевоплотить. А кого? А на самом деле некого. По факту, да, его бичуху выгнать нахуй. Берем антикварку. Нам здесь нужны серьезные. Серьезные люди нужны. Реально серьезные эмэферы нужны. Дед, ты прав здесь. Кто у нас на эмэфере? Фалкон. Фалконикуе. Ебаться любишь? В городе снимет стресс только в борделе. ДД2 будет, чискип? Будет. Будет, горячо будет. Релиз в мае, поиграем обязательно. А, у нас же свистун в хуй есть. Что с ДД2? Ну, Darkest Dungeon 2. Это кто у нас будет? Кто у нас будет? Жесткий Ахмед, блять. С уже залоканной клятвой Гиппократа. Давай, квоты. Пойдем заставим скиллы и шмотки базовые, грейды. А тут уже хорошие скиллы, ну, забись.
Итак, команда Водяры, Чактарин, Коты и Свистни в хуй отправляются на долгую МФ-миссию за лутой, за лютой залуткой. Лупа. Есть потом мнение Юдлис Чар в этой гомзе. Ну, мне больше всего Рога не нравится. Чудовищ вот нужно изгнать. Точки, ну, типа такой. Чем колыбель. Не знаю. Средней хуёвости. Два психа. Так, ты иди сюда. Это нормально, блядь. Враги крошатся. Искоренение. Успех так отчетливо виден. Хороший забав. Успокоить. Игрока надо. Сияние, да, обретем на Водярыча. Все, что связано с книжками в этой игре, блять, скип. Залутывать обязательно надо ручками антикварки, потому что она видит. Непомерные богатства. Туда и дорога. Хороший урон, блядь. Это твой шанс. Какая-то ненависть к антикварке. Когда гибнет нету, нам нахуй трипл вэмми. Что-то прям захейтили жестко антикварку. Не совсем понял, что там прикола. Прикол не ясен. Сюда подойди. Не подошел. Опа. Привет, Мурги. Спасибо, тебе хорошего денечка обязательно. Подхилить, думаю, надо. Заебись. Ну, в смысле. Ну, что? Подхилили ведь? Два, кстати, больше, чем ноль. Все еще. Предвозвещает успех. Хорошая. Хороший привал. Вот что. Держаться вместе. Немножко и дыхаваем, потому что стресса немножко совсем. Забавчик пошел. Семь стресса в целом поебать. Понажимаем припасик его. Заебись. Травушку на шлем. Ударил кремень. Можно подбэкать. Яркую звезду. Подбэкать и деву заюзать. Саркофагус. Вот саркофагус, я не помню, что там. Надо чекнуть. Так, взаимодействие. 60% лут, 20% отрицательный перк, 20% ничего. Рискуем. Риск оправдан. Только... Риск вполне оправданный. Жукисты, паукисты. Как думаешь, мазохист плохой чар или просто очень специфичный под определенные бои? Но он под определенные бои, да. Против кровососов, либо против заповедника, против чащи. Не везде, короче. Бам! Сокрушитель. Травушка, надо такое. До самого конца задания. Тяжелые увечья. Не хватило. Может, вот так хватит. Страдания. Ну, сам себя так на 12 подхилил, блядь. Так, у нас уже хавки довольно много, да, там осталось-то... Давай вот так вот все укомпонуем, освободим слот. Закинем еще голдишку. И получится ли закинуть еще ебальничка с... Типа факелы можно нажать, да, свет вот так. Разгорается. Броню потрогаем. Плюс и перк. Помогает двигаться. Плюс перк, тактик руин. Плюс 15 урона в руинах. Что такое? Угу, понял. А, точняк, да, надо. Могут вообще даже не принять. Кто-то умирал? Не, никто не умирал. Че, кому ебальник бить? Тебе? Сюда иди. Что-то приуныл и умер. От притяжения. Вот и прям наливают попить. Если арбалетчик оказывается на первой позиции, он не может стрелять. Ему приходится бить слабой атакой, которая вообще очень мало дамажит. Все, кто пил воду, умерли, вот и думайте. Блять. Так-то правда, не поспоришь. 15 за хилом, но... Так сказать, забыл зашить. Я поела. Все, молодец. Тарелки уже фулстак. Голду некуда девать. Голда нужна кому? Лопата пригодится, там препятствия будут. Я вижу сильный забаф. Вот эта статуя, которая на краю монитора, это сильный забаф на дэмэдж. И с этим забафом в целом можно повоевать даже в темноте. Теория. Но, по-моему, меня начинает губить жадность. Очень сильная, мощная жадность.
Поэтому принято ответственное решение выкинуть ебальничка Или нет? Да, все, в пизду. Нахуй. Я все-таки сыграю вот так. Или нет? Или да? Или дан? Где-то здесь. В этой игре постоянное желание вот ухватить побольше и не нужно. Даже оно не нужно совершенно. Не нужно поддаваться, так сказать, соблазну. Поэтому я выкидываю факелы все-таки. Факел ББ. Так, у меня звоночек сейчас. Стив Хуис на связи. Не видно, что дальше будет. И непонятно, нужна ли будет лопата или нет. Завалы разбирать. Непонятно. Давим клопов. Вырубаем свет. В тьме таится нечто пострашнее домового и бабайки. Бабайка, блядь! Арира Рари Бабейка! Who scared about Бабейка plus chat? Про чек еды читаем мы. Ну, в целом, неплохо. 30 тысяч. Вернулись в бездну. Клятва Гиппократа на роге. Да-да-да, блядь. Очкастый хуй присел, блядь. А играть пойдешь? Играть пойдет. Хочу быть персом в первый раз. Ну давай, ты будешь собачник. Для Мау здорово, антиквара, чё-то не раньше, если кратко, чё за персонаж? В смысле, это базовый персонаж. Это самый слабый класс в игре, но она умеет лутать особые предметы. С ней в пати золото стакается на 2500 голды. Она лутает антикварные вещи, которые... Она лутает антикварные вещи, которые стакаются большими стаками. Там тарелочки стоят по 500 голды, и они стакаются 20 в одну ячейку. И лутает дорогие там по 1250 релики, которые тоже только она может лутать, и больше никто. По 5 в стопке. Короче, с ней... Голды набрать можно дохуя. Кушать додо пиццу, конечно же, чат, ну конечно же. Пиццульки, и не только пиццульки, в додо пицце, куча всяких пицц, ингредиентов, овощичек, колбаса, картошечка, курочка. Пользуйтесь промокодом MyLame, заказ докинут маленькую ариву. Если у вас заказ... На 1175 рублей и больше. Промик работает на территории РФ, Казахстана и Беларуси. Ну там, естественно, не рубли, а своя валюта национальная. Белорусские рубли и казахские тенге. Вот и их эквивалент получается. Вопрос жизни и смерти. Когда ты успеваешь, зачем ты двигаешь диван справа налево, слева направо? И где серебристый шарик, который на диване лежал? Я его лопнул нахуй. Но мне нравится диваны двигать просто. Смотри. Оп. 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 Я профессиональный двигатель диванов, нахуй. Бля, я что-то пропотеваю жестко. У меня что, окно закрыто? Сейчас чекну. Ну да, у меня окно было закрыто. И сейчас приду. На ту комнату проветрю. Блядь. Все, нахуй. Меняю никнейм на Джон Сина. Мне похуй. Какой необычный вкус. Открыл сейчас... Бутылочку калиновая с черешней. Не реклама, калинов говно. Дресня чисто, вон видите, блять. Месячные накапали. Походим с головами, это наемник. Он в английской версии Bounty Hunter. Bounty Hunter! Это вот этот? Окей, давайте тогда качнем деда. Кто на деде? Гиперсайт, давай. Кибрин, гиперсайт, мискузи, фалкон. Команда такова. Бля, какая злая первая пачка еще, броку. Враги крошатся. Уверенность растет. Враги крошатся. Ебальник ворошится, нахуй. Есть такое слово? Не знаю. Что за коллекционер? Скоро узнаешь. Веселый хуй. Посидели, покуковали. Полутали воздух. Их строй рассыпался. Так-то лучше. Ослабляй натиск. Масхил. Дед охуел. А чё в смысле не умер, блядь? Не понял. А ну умер. Калькулейтед. Ну, блядь, как-то не так немножко. Такое нравится. Ха-ха-ха.
верно. Можно двоих сразу ёбнуть. Еще одной мерзостью. Лепер нулевого левела. Смерть подкрала. Скользящие ботинки. Да, когда шкала стресса заполняется, ну, сотка становится, то проходит чек. 25% вдохновление героическое и 75% шанс прока на какую-то гнойную хуйню. На жопную миазм, блядь. Помимо смерти ходишь, правильно понял. Так стресс наливают вот такие челы. У врагов есть стресс-дамагеры. Вот это, например, вот эти скелетики. Они вообще не дамажат, но зато, сука, стресса наливают жестко. Психуем. Проверка решимости. О. А я редкость в лихорадочном пылу битвы. Этих жутких созданий можно сразить. Значит, можно и истребить. Нихуя себе, бля. Нормально, блядь. Это деду надо, блядь. Обалдеть. Это залутка пошла нормальная. Губернаторский залут. Меня застали врасплох. Бам. Ой-ой-ой-ой-ой. Всегда бы так. Почему-то не вижу 4-й спелл антикварию. Потому что у меня есть стратегия выверенная, четкая, конкретная. И она не подразумевает уворачиваться. Почему у тебя действия проходят быстрее? Есть моды на скорость. О, не, вообще обязательно к установке, потому что игра довольно медленная. Так динамика повышается в разы. Так, тушим факел. Во тьме таится нечто пострашнее домового и бабайки. Бабайка! Чат, бегите! Я вас прикрою от бабайки! Так, сейчас главное не обосраться. Как в прошлый раз. Про чека еды, кстати, не было, прикиньте. 35 тысяч, 44 герба. Квоты выигрывает 2000 золотых в азартные игры. Это хорош. Это хорош плюс красавчик. Урека первый ИРЛ. Что это значит? Посмотреть они вот так через мой экран. Канал называется Games. Games of Future. Так. И шо? Ты в первый раз видишь, что кто-то ИРЛ стримит? Или что? И все? Ладно. Это если что, реклама, мне тоже рекламу такую предлагали. Ну что, погнали на пророка. У него сейчас прокнул очень классный артефакт, и его надо обязательно отпиздить. Отправляю лучших бойцов. Марк Ветров, Фиеста, Паникер Мэн и Муви. Раскопки под поместьем шли полным ходом, когда в городе объявился необычайно жалкий оборванец. Этот чумазый, беззубый сумасброд кичился осведомленностью о моих амбициях и заявил во всеуслышание, что если мне не помешать, то вскоре я навлеку на мир карающий рок. Карающий кок, yes. Отзвуки его бессвязного лепета безумно раздражают. Нежданное, неумолимое. Ебать, деда удаляет нахуй. Изничтожение. Не того отравил. Ну кто знал. У нас тут основная задача не полутаться, а надежно и уверенно отпиздить босса. Блять, не того. А, он застанился. Тогда всех станем нахуй. Враги крошатся, уверенность растет. Их строй рассыпался. Не ослабляй натиск. Этих жутких созданий можно сразить. Значит, можно и истребить. Слушай, ну логика прослеживается, да. Купчие. Купчие очень нужны. Я бы даже сказал, сияние, успех зависит от купчика. Да, обретем мы победу. И давай еще вот так сделаем. Что-то мне подсказывает мое нутро, что мы сумеем застакать изумруды. Пока что застакиваем ловушки, наебали. Знаете что?
Не верю в изумруды, не верю. Вот сейчас вот подумал так, блин, не верю в изумруды. Бля, в этой игре в плане лута можно успеть переобуться за 5 минут раз 10 примерно. Как ты понимаешь, здесь секретка, где нет. Звездочка. Разведка показывает секрет. Как же мне один человек рассказывал, какая эта игра легкая, как тут быстро фармиться. Оказалось, мод на инвентарь у него. Ну да. Легкая игра Darkest Dungeon. Развоплощение. Как говорится, как два пальца об асфальт, блять, вот это, да? Угу, да-да-да. Я ее на ультранетмаре прошел, кстати, так я тоже проходил, наверное. Капец, как же я тебя люблю. Ну, ты тоже ничего такой, но тут как бы, сори, ну не в моем вкусе. Давай станемся друзьями. Перспектива дружбы тебя устраивает? Ай, блядь, не надо говна. Урон от стресса и СУЗ менее 50%. А, ну это плохо вообще. Ебашим, жестко плюс мощно. На нахуй. Тут главное с ядом не перестараться, потому что лавочки хочется попиздить. Вот это плохо. Дабл ошметки, это плохо. Начинаем ломать лавочки, за них денег дают. Снова плохо. И тут не получится дать ребра хилу, потому что она встанет. Ай, блять. Больно, сука. Помоги. Блять, ребра-то не накинул. Ебать. На тебе, лавочка ебаная сосать, блядь. Все, кончаем, блядь, выморозка этого. Видел ли он свою же кончину? Неважно. Лишь бы оставался мертвым. Вот за каждую лавочку 2500 дают. Прикольно, прикольно. Хороший артыч. Лопаты не нужны. Секретку, да, не забуду. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Сука. Что-то поэзия проснулась во мне, бля. Обратно идем. Еды на один прочек. Блять. Ладно, про еду в этом пати лучше не говорить. Какая-то драка. Коллекционер? No. Two долбоебс and two range долбоебс. Уй. Побриты. Убираем трупаки. Блять, а вот они, вот они. А вот они, блять. А вот они. А вот и они, а вот они. Ну что ж, выпьем. Но мы же не говорили про еду. Кто пиздел? Сумки набиты плодами войны. Кто пиздел? Но никто не... Хорошая масочка. Хорошая. Really well, very good масочка. Так, тут не обосраться, главное. Оффаем свет. Тайны и чудеса кроются в самых беспросветных уголках этого места. Заебись. Бля, ну шанс кровотечения у шута — это хороший артыч. Он хоть и белый, но, блядь, он хороший, тем не менее. Плюс наруч. Тоже охуенный артыч. Дает много урона. Марк Ветров чем-то заболел. Приуныл, молясь. Это ебать погерс! Это ультра погерс. Для чумника это вообще пис нахуй. За локоть срочно. За локоть, блять, немедленно вообще. Похуй, что это дорого. Абсолют, блять, неважно. Это просто гипер охуевший перк. Смертоносный антиквар, блять. Вообще надо взять. По-хорошему, потому что нам для банка надо будет настакать 500 тысяч голды, чтобы в дальнейшем вообще не нуждаться в голде. И опять же купчи.
нужны купчи. Сука, как же нужны купчи? Это пиздец. 60 ебальников. Если бы я знал, я бы нахуй всю голду выкидывал ради ебальников. Ладно, пойду пасу в честь 60 ебальников. Так, скоро еда приедет. Первые боссы в руинах побеждены. Из базовых локаций самое опасное — это чаще. Ну вот заповедники сейчас, например, оранжевая брокнула с хуйней. Туда не пойдем, очевидно. Ем козий сыр с белой плесенью каев. Вкусно тебе, да? Белая плесень. Почавкай в микрыч порусет. Так, отряд, значит, на разлутку денег. Свистни в хуй, квоте, миогумин, кебрин. Будешь DLC проходить? Буду. Так, после этой, скорее всего, приедет хавка. Сделаем перерывчик. Жирного сразу убивать надо. Он может взорваться и всю пати раздамажить очень сильно. Чантиквар бафает у ворота. И что? Их всех. Кто второй стоит в пачке, не встречал такую? Потустороннюю фагу. Это могильная воровка. Как вы не встречали базовых чиректоров, блядь? Заходили на 5 минут поиграть? Заходил, получал пизды от первой пачки. ХП 20, захил на 36. Ну а чё? Да, тьманник жесткий босс. И с ним нельзя идти так. Что? Там привезли... Суши. У можно где-то посмотреть, сколько у тебя крутилок на корпусе. Крутилок на корпусе. Крутилок на корпусе. А зачем? Думаю, стоили брать доп кулера или оставить столько, сколько есть. Ну смотри, если у тебя что-то дует в корпус и что-то выдувает из корпуса, то все, заебись. А еще есть лайфхак. Снимать крышку корпуса. Все. И все будет заебись. Нелепые уродцы. МФР заболел. Тынгой. Сопротивление кровотечению, сопротивление перемещения. Клаустрофоб кебрин. Проработанную боевую систему, обилие занятий, разнообразие загадок и продуманные отсылки для фанатов. Вместе с тем, открытый мир оказался пустоват, а основной сюжет назвали слабым. Так вот оно чё, людям был все это время нужен, блядь, Геншин, сука, платный, блядь, вот все это время, реально, ладно. В пятницу вернется другая классика жанра. Долгострой The Settlers New Allies выпустят на ПК с одиночной кампанией, хардкорными сценариями и мультиплеером в режиме схватка. На остальных платформах позже. Ебать, все больше и больше суперстарых игр появляется в новой обертке. Всем спасибо. Ну, правильно говорится, старая, блядь, новая, блядь, старая, блядь, похуй. Ауф, как говорится, новое — это хорошо забытое старое. Вот. Стол с вырезом под кресло. Нет, не делал. На Steam версии накатил озвучку или готовый репак. Озвучка доступна бесплатно в интернете. Ломтик на гантель не пойдет? Не, не пойдут. Что там, блять, как всегда, накрутят модов в стиле, блять. Если ты заходишь на мапу, то ты сдох. О-о-о! Класс. Или там решишь играть неметовой хуйней, то удачи тебе во втором акте. Тут, блядь. Искоренение. Нелепые уродцы. Повергнуты и втоптаны в землю. Дедушка, ты чего ругаешься? Дед хейтит жестко плюс мощно. Чё, у меня показывает клип. Вот. Критический урод. Хорошая. Задание выполнено.
маловато фамильных ценностей. Ну, 132 тысячи голды. Гермофобия плохо. Любовный интерес поебать. Остальное поебать тоже. Мискузи уходит в запой и не показывается на глаза знакомым. Well. Какой-то ультра-хейтер людей, наемник. Во вторую часть есть планы поиграть, конечно, так мы поэтому и перепроходим первую. Надо кого-то... Кого-то надо качать. Идем пиздить босса. Сирена. Она может неожиданно дать пизды. Крайне неожиданно. Шо, вперед. Муви. Джике Куе. 7. Карина Фирсова. Мое высокое положение не всегда внушало благоговейный страх. Было время, когда я мог пройтись по улицам или осушить стаканчик в трактире, не опасаясь нападок. Неумолимая, как прилив, развитая не по годам беспризорница нашла увлечение, став тенью сопровождать меня. Тогда это было потешно, но позже хлопотно. Всегда было интересно, что случилось с гремычной беспризорницей. Ебать, это что за лабиринт? А где босс? Цель задания — уничтожение босса. Лут не важен, но важен. Пойти, что ли, сразу босса пиздануть? Чтоб потом походить, полутаться спокойненько. Совет, бей по яйцам. А где яйца вот у этого чела? Вопрос такой тогда. Чем больше побед, тем больше побед. Можно попробовать достанить. Сколько шанс? 80%. Давай. Сейчас, блядь. Два раза мисануло. Блять, попало. Земля. Ты что, ебанутый? Вот-вот уйдет из-под. Учти, торжествующая гордость ведет к позорному падению. Чуть не случилось позорное падение, блять. Ваш Севен и там ебет. Технологии дошли. Привет, чат, привет, Евгений. А когда там дата выхода второй части? В мае что-то там. В начале мая. Просто я сейчас перепрохожу Darkest, потому что в апреле, в начале апреля будет новая лига в ПОЭ. И когда-то вот до лиги в ПОЭ, вроде в марте, Last of Us на пекарне будет. Last of Us, это мы играем, yes. Проходил эту часть? Меньше. Да, да, да. Проходил на Изи, проходил на Средней, проходил на Бладмуне. И сейчас еще раз прохожу на Средней. Разница между Средней сложностью и Бладмуном в том, что в Бладмуне есть ограничение, что нельзя умереть, нельзя похоронить там сколько-то персонажей. И за 100 недель надо убить Анцестера. Когда кушать? Только что кушал. Или ты такой, типа... Мало кушал, еще жри, блядь. Теперь можно из антикварк хила делать, блядь. Ты позори, блядь. Мискузи приходит в себя после выхода из запоя. Поздравляем. Я помню, у меня заруинился целый трай. Вот фул, блядь, сейв заруинился. Просто из-за того, что у чела глист. Блядь. Я вот пренебрег, что не похилил глиста у кого-то. И там по пизде все пошло, блядь, от этого. Вава, вива, вива, вава. Отравил ядовитого паука. Богатство. Это Хогвартс? Медленно. Это Хуйгвартс. Нет. Ты легкие данжи ходишь или так круто играешь? Не, это легкие данжи. В этой игре прокачка есть, а нужно персонажей перед тем, как пойти в жесткие данжи, прокачать их. Как ты отравил скелета? Может, это разъедающая жидкость какая-то, которая кости разъедает.
Как скажете. Сколько еще по времени будет идти стрим? Пока хуй не завянет. Ни разу не были в бою, уже в дурку нахуй. Чем больше побед, тем сильнее лустрик. Бля, уф. Еще бы в чела попасть. Мам, ББ, чатик, Ламар, прошу прощения за то, что ненадолго зашел. Ничего страшного, просто анмод и забаним тебя. Ничего париться там. Спасибо за данную потоковую трансляцию. Я спать в дочной игры, приятного просмотра чатику. Спасибо, не хворай, не болей. И смотри за длиной ногтей. На ногах, на руках, чтобы слишком длинные не были. Новый совет. New advice. Собственно, разработка совета, кстати. На ногах ногти, если что, а на руках рухти. Да ладно. Спасибо за нелепый урус. Что-то такая слабенькая залуточка получилась. Орлиный глаз. Дальнобойные навыки на лепера. Вот это да, блядь. Так, это ласт. Объявляю вам сразу. Клянусь, это ластовое. Все, бесповоротно, без этого самого вашего, вот этого там, вот это ультраласт, вот это вот та-та. No. Это ласт и все. Горящие глаза молодежи, сплетенные и полные... А вот и он! Блять. Ладно. А вот и он. Сейчас будет либо лютая засолка, либо таких, блядь, насосемся. Это вообще, блядь. Так, он считается за мистикой, за человеком. Что уже хорошо. Но тебе надо подойти немножечко поближе. Давай вот так ебанем. Маневр уклонения. Старание. Нажимаем. Дерзкий выпад. Дерзкий выпад. Сейчас будет некоторый удар. Невиданная мощь. Сука. А не такой уж он и страшный. Жуткое скопище распадается. И крысы готовятся пировать. Не такой уж ты и страшный, блядь. Но это засолочка от водярыча. Ясно, перекач. В игре, где ограничения на перекач. Когда ждать от тебя Гарри Поттера? Никогда. Гарри Поттер и узник Азкабана. Гарри Поттер и философский камень. Гарри Поттер и тайная комната. Гарри Поттер и Кубок Огня. Орден Феникса, Дары Смерти, Принц Полукров. Кого? Я только знаю, что 4 Гарри Поттера вышло. А сколько их вообще реально вышло? Подожди. Что-то я давно кино не смотрел. Бля, вот меня сейчас мучает вопрос, а вот чувак, который написал про чем зарабатываешь на жизнь. Он на полном серьезе это спросил? Или люди, ну, реально не понимают, что, блять, вот с интернет-технологиями такими развитыми можно вообще нихуя не делать и при этом нормальную капусту иметь. Одних только челов на Авито хватает, которые, нового бота, блять, обузят жестко этого. Чат ГПТ или как он там, блять. Я думаю, свое мышление он на технологиях не заработает. А вдруг заработает, откуда ты знаешь? Здорово, чел, чем зарабатываешь на жизнь? А, бля. А, бля. А, Евгений, привет, поздравь меня. Поздравляю, сделал перед командировкой своей лучшей девушке предложение сегодня в кафе. Хорош. Культурно посидели, а домой сказали, из дома покушать, потом промику. Спасибо тебе за настроение, контент. Просто хотел поделиться с тобой радостной новостью. Обнал тебя, не болей. Ладно. Спасибо, пожалуйста, не на что, красава, ты мужик, взял инициативу в свои руки, блядь. Просто взял, не зассал, подошел и сказал, блядь, дашь писку, ебать. И все, она такая, ва-ва-ва-ва-ва-ва. И у вас пошло, это само поехало, это во, это та-та, это Таша, блядь, это Наташа, блядь, охуеть вообще, ебануться.
Блять, в эту игру невозможно нормальные ластовые провести. Невозможно. Как хорошо сегодня поиграли. Как говорится... Блять, а как говорится? Как говорится, ошибка ждет ошибающегося. Ау. Клянусь, прям так и говорится. Перед тем, как я вас отправлю к другому профессиональному стримеру, хочу вас поцеловать. И сердечко еще. Вот так вот закинуть вас. Максимально зарядить позитивным негативом, негативным позитивным, позитивным позитивным, негативным негативом, блядь. Зарядил. И что? Ш. А чё, все настримились Хогвартс Легаси, некого рейдить? Ладно, давайте чат, ББ.